Всем привет, я Юрий Шатохин. Сегодня обзор программы BootRacer. Эта программа замерит время запуска Windows и покажет вам. Ссылку на нее я дам, как обычно, в описании под своим видео. Вы нажмете на эту ссылку, попадете на этот сайт, и автоматически начнется закачка программы на русском языке. И она совершенно бесплатна. Когда скачаете архив, вы его разархивируете и установите эту программу. Эта программа у меня уже установлена, и можно вытащить ярлык «Пуск программы BootRacer» правой клавишей «Отправить на рабочий стол, создать ярлык». Итак, когда вы установите программу, у вас будет вот такое окно, где предложится запустить тест. Когда вы запустите тест, перезагрузится компьютер, и вот здесь будет всплывшее такое окно с большой круглой зеленой кнопкой, где будет показан результат загрузки Windows и надпись «Пора работать». Как вы только стронете мышку или нажмете какую-нибудь клавишу на клавиатуре, тут же начнется отсчет на выключение этой программы. Уникальность этой программы в том, что она поработала и больше не висит в процессах, тут же отключается. И вы, когда нажмете на это сообщение, вам откроется вот это вот окно, где вам покажет, что вот, к примеру, у меня последний запуск 23 секунды, и этот запуск разбивается на две части. Запуск самой операционной системы, у меня 15 секунд, и потом рабочий стол. В рабочий стол входит эта загрузка всех программ, которые находятся в автозагрузке. В сумме получается 23 секунды. Итак, смотрим. Ускорить — это замануха на то, чтобы вы купили программу для оптимизации, которую вам предложат, и якобы после нее у вас будет летать как, в общем, очень даже лучше, чем было. Покупать или нет, это решаете сами. Вот это очень интересная и важная кнопка «История», где видно, я вот запускал 5 раз с установкой этой программы BootRacer, и вот здесь, когда я не удалял из автозагрузки ни одной программы, тут худшее время 57 секунд. Синим показана загрузка операционной системы и здесь того, что находится в автозагрузке. Когда я удалил программой CCleaner из автозагрузки, не удалил, а отключил, показываю, кто не знает, открываем CCleaner, сервис, автозагрузка. И, к примеру, здесь мы выделяем то, что нам хотим отключить из автозагрузки, нажимаем «Выключить». Потом, когда захотим, мы можем опять включить. То есть, вот здесь загорается кнопка «Включить». То есть, можно не удалять то, что вам нужно, а попробовать поиграться с настройками. Когда я отключил, мне показало это время 41 секунда. И когда я воспользовался программой Antivir Task Manager и отсрочил запуск нескольких программ там на 2, на 3, на 5 минут, на 7, то у меня получилось время 25 секунд загрузки. Здесь я вернул опять в автозагрузку то, что мне все-таки нужно. И здесь уже результат того, что все-таки я отсрочил, что-то отключил. Получилось лучшее время 23 секунды. Здесь нет возможности удалять эти действия, когда у вас будет большой уже список, пока не нажмете кнопку «Правка». Нажали кнопку «Правка», появились кнопочки «Удалить». Тогда можете удалить то, что вам, какие показатели не нужны. Здесь можно распечатать результаты, сохранить как, и помощь, но она на английском языке. Итак, вот здесь конкурс, то есть здесь вы заходите на сайт, где можете поучаствовать в конкурсе с лучшими вашими показателями. То есть можете там вывесить свои показатели, поучаствовать в конкурсах. Это как хотите. И последнее, вот здесь функции. Руководство пользователя, помощь, язык, тут два языка, программе и настройка. Можно нажимать вот эти кнопочки или вот эти. Старт каждый раз или однажды. Экран показывать BootRacer при измерении, да, показать, нет, скрыть. Статистика, записывать время загрузки в журнал, записывать время выключения в журнал событий, записывать разницу между лучшим временем. И перезагрузка, сохранить изменения и перезагрузиться, сохранить изменения. То есть вы настраиваете под себя, как вам нужно. Я оставил все по умолчанию, меня все устраивает. Вот такая вот интересная программа. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До свидания.